чем вдохновляться, когда все одинаково? Когда у всего одинаковый вкус, запах, ритм. Ответ в наших страхах. Точнее, в нашей смелости начать что-то новое. Как же одинаково просто и трудно пойти на работу другой дорогой. Или попробовать осуществить свою, ту самую, скрытую идею. Но как прекрасно наблюдать за тем, как меняется мир вокруг, когда ты набрался смелости. Все обретает цвет. Появляются новые люди и места. А рутина больше не пугает, а радует. Конечно. Счастье любого начала быстро гаснет, встретившись с первыми трудностями. Но уверенные взгляды и нужные слова близко делают из трудностей всего лишь часть пути к великим вещам. У великих вещей великая цена. Кто-то платит бессонными ночами. Но и награда всегда великая. Ощущение смысла во всем, чем мы живем. Эти заразительные ощущения, которые двигают людьми и умами, открывают двери и доходят до конца. Но что есть конец? Всего лишь начало для тех, кто будут после нас. Помнишь, с чего все началось? Сначала. Со смелости. С нового. Начинай все обновлять. Расширь границы своих возможностей. Мол, телеком будет рядом.